Сегодня полным ходом у нас идет расхламление, благо вселенская энергия этому благоволит, и именно поэтому мы не стали противиться ей, а просто взяли и избавились от хлама. Вы можете посмотреть, что за раритеты, что мы вообще выкидывали, в чем копались. Там, кстати, есть вещи прикольные, которые можно посмотреть. Поэтому предлагаю посмотреть, и в конце видео я расскажу, для чего нужно вообще расхламление. Привет-привет всем! У нас сегодня мощное расхламление. Так же, как и я, мама почувствовала энергию, которая давит. Так как мы в частном доме живем, у меня мама почувствовала давление, как будто бы с потолка что-то давит. А на потолке, естественно, как всегда, в частных домах у нас какой-нибудь хлам хранился. Именно поэтому мы сейчас упорно сегодня заняты расхламлением. Мама туда все достает. Я здесь быстренько вот ношу полить вечером будет. Большая куча возгорания всего. Так что то, что я вам советую, я сама и делаю. Девяносто пятый год за рулем. Тут где-то тут закидало же. Здоровье. 45-й год. Офигеть. Крестьянка. 90-й год. Из раритетов вот тоже работница. Журналы выписывались 86-го года. Крестьянка еще 85-й нашла. Значит, здоровье. Слышу, 45-й год. Это мои журналы. 9-го. Хлама всякого полно, но из того, что еще хотела показать, это вот, смотрите, сборник произведений Ленина. Короче, жесть всякая, товароведение. А там у меня мама товароведом была, русская советская литература. Ну вот это меня вообще убило, произведение Ленина. Все идет в макулатуру. Еще хотела показать вам кассеты. Кто помнит кассеты? Раритет. Кассет. Смотреть и слушать кассеты. Союз, 20-21. Ну, врывались как-то в эту тему. Тут какие-то кассеты наши есть, записанные со школы. Первый класс. Хочется перенайти их и переписать на диск. Казалось бы, ничего существенного, сода пищевая, да? Но, поворачиваем. Цена 10 копеек. 76-го года выпуска. Ну, срок же годности не ограничен. Чего уж там, подумаешь, что на дворе 2020 год. Для чего применяется, так же писали. Чтобы вы понимали, она полная, целая. Производство. Производственное объединение сода. Понятно? Вот такие дела. У мамы моей не такой еще раритет встреча. А вот она и посыпалась. Чтобы вы понимали, что это не бред. Ну куда же без дискет нашла дискету? Кто помнит, хранилась информация на дискетах еще тогда. День раритетов, блин. Поскольку в доме у нас идет явное расхламление, мы нашли вот такие еще календари. Не знаю, почему их так много было. Уже не могу вспомнить, 99-й год. И я вспомнила о детективах «Черный котенок». Мне очень нравились эти детективы. И у нас родители покупали вот этой «Черного котенка», вот 6 книг. Здесь они 96-го года, 96-го года, 97-го, это 99-го, так, это тоже 97-го года, это 99-го, как я и сказала. А вот эта «Загадка подслушанных разговоров» самая поздняя 2004-го года. Я очень любила эти детективы. Мне нравилось то, что вот эти все друг за другом шли, 4 книги шли, и я как будто вместе с ними росла. То есть вот это одна из первых была, потом, если не ошибаюсь, вот это, потом «Папа киллер», потом «Загадка ночного истока». А вот это «Опасное соседство», другое немножко было, там другие герои. И здесь тоже «Подслушанные разговоры», тоже другие герои были. А вот эти 4, это было как бы друг за другом книги. И их было круто читать. И самое интересное, что я говорю, я вместе с ними росла. Приблизительно такого возраста, как там указанные дети были, так и я в том возрасте их читала. Короче, прикольная тема. Кто читал «Черного котенка» в детстве? Скажите, я одна тут такая или нет? Дайте знать здесь мне, пожалуйста. А здесь выложила кассеты, которые прям мне нравились. Это и Аллегрова, и «Золотое кольцо», «Голубой берет», и Наталья Орейро, куда же без нее. А здесь фишки, и, кстати, София Ротару. А здесь даже не фишки, а биты, что ли, мы их выбивали. Ну, подробнее не помню, но была такая штука, что мы их вот так брали и кидали, выбивали. Короче, вот такая штука была у меня, вот так. Ну, короче, как-то так. Дело в том, что не все собрали. Спалим, что сможем, потому что дождь намечается. Поэтому вот как-то так. Вон там у меня айсовая погода и гремит. Поэтому решила я сейчас запалить все это дело, все, что собрали. Вот. Сейчас одежду еще принесу. Ладно, как-то так. Прощайте! Боже, а почему он такой? Ну, кумар такой. Смотри, я сейчас унесу.
Давай, давай, кидай прошлое. Опа. А не шлак. Двумя кострами интереснее. На платье. Надо было раньше снимать, когда кушать. А здесь набор прямо от киндер-сюрпризов, которые были в моем детстве еще. Много прикольных таких. Вот эти мне очень нравились домики. Тыква, баклажан, вот этот грибочек, перец. И рядом с ними мышки были. То есть, ну, прикольные такие, прям воспоминания прикольные накрыли. А вот это тамагочи. Кто помнит тамагочи? Помните, такое у вас было? Как он там кушал, умирал, если вдруг чего. И, кстати, в моем детстве были случаи, что из-за него люди выбрасывались в окно. Ну вот видите, что-то с дисплеем не то. И отец даже попробовал его запустить. Вот тут кнопочка, вот эта желтенькая есть. Это прям сброс был полный, чтобы он не крякал, не пищал и не просил есть, в туалет не ходил. В общем, не получилось запустить, но вот прикольная штука. Некоторые, которые не имеют пары, не имеют там головы, еще чего-то полетели в мусорку, а также всякие мои лоскутки еще с времен школы, когда я там что-то шила. И, кстати, мои тетради школьные, я уже не стала вам их показывать, школьные, институтские, колледжские, пошли в макулатуру тоже. Ой. Вот, короче, как-то так. Ну что, как вам, понравилось? Много, я думаю, интересных, прикольных вещей увидели, которые сами, возможно, храните где-то, возможно, в вашем детстве было, в юности. Такие вещи дают какой-то энергопоток прикольный такой, но от них все-таки я считаю, что нужно избавляться. Итак, по поводу расхламления. Этот термин был придуман, я уже не помню точно кем, но в соцсетях был запущен тренд, где говорилось, что нужно сделать такое расхламление, типа как добраться до материнских, бабушкиных вещей старых, и которые сервизов, там, например, постельного белья, и которые не нравятся, тихонечко выкинуть, не сказав им об этом совершенно ничего. Но в дальнейшем эта тематика приобрела другой смысл, другой интерес, и люди начали реально задумываться о том, где они живут и что нужно все-таки избавляться от ненужных вещей. Но дело в том, что одно дело, допустим, когда я это 4 года назад уже практикую, и на постоянной основе, даже больше, у меня дочь родилась, и я сразу вещи, которые не нужны были, отдавала, продавала, на благотворительность их относила. Но 4 года я практикую это уже на постоянной основе и со своими вещами, и много переездов в моей жизни было, поэтому эта тематика для меня близка, и тема расхламления, но она как вон, посидеть чай попить. Другое же дело, если говорить о собственных родителях, которые в Советском Союзе выросли и не имели таких благ, как сейчас мы имеем. И они, естественно, так скрупулезно все собирали, так подходили к вопросам хранения, дабы в будущем не искать, не стоять такие очередя какие-то выстаивать, а иметь уже, как сказать, НЗ такой запас, а возможно журналы выписать, а в дальнейшем их не будет, а потом что-то применить, что-то новое. В общем, это интересная тема, но для них сложнее избавляться от чего-то старого. Я уже не говорю за наших бабушек, у которых вообще и близко такого не было. Поэтому тема расхламления важна для всех. И самое интересное, что у меня к этому пришла все-таки мама. И мало того, что есть дни вот такие необходимые для расхламления, когда энергия этому благоволит, но еще нужно собственное желание, внутренняя готовность к этому ко всему. И мама почувствовала как будто бы на себе, что какая-то информация, что-то старое, что-то ненужное, возможно, чего-то она берегла для своих внуков, для каких-то будущих дел, и она поняла, что они не нужны и уже потеряли реально свой смысл, поэтому она пришла к тому, чтобы избавиться от этого всего. И я могу еще сказать, что к теме расхламления нужно подходить с умом, чтобы это расхламление было как у вас в вашем пространстве, в вашей квартире, доме, так и в голове случилось. То есть люди, которые занимаются прям точечно занимаются темой расхламления, говорят о экологическом расхламлении. Это означает то, что вы должны умеючи и понимающе относиться к вещам, которые вам уже не нужны. То есть отдать на благотворительность то, о чем я всегда говорю, которые вещи вы не носите и которые вы прям внутренне не хотите, допустим, сжечь, да, спалить там чьи-то вещи или еще что-то. Тогда давайте на благотворительность. Уносите вещи, вот как и мы сегодня, макулатуру я собрала. То есть это экологический подход к расхламлению. А подходить вообще, многие, кстати, меня спрашивают, да, как же подходить к теме расхламления? Подходить к ней не особо просто, я как уже ранее об этом только что сказала, но еще нужно понимать, что вы по итогу хотите видеть. То есть вы должны видеть картину будущего, картину вашего очищенного пространства. То есть если говорить о нас сегодня, о маме конкретно, которой я помогала, ну, естественно, свои вещи я тоже там с дочкой вынесли, унесли, собрали все, шкаф опять весь пересмотрели, ее одежду перемерили дочерину, вот, и собрали уже то, что маленькое, ненужное, в отдельный пакетик, и мы унесем завтра в церковь. А если касается мамы,
она с Гриши с потолка доставала все то, что ей мешало, как будто давила на нее. Причем перед этим всем я ее хорошо подготовила, и она прекрасно понимала, что она хочет видеть по итогу. И мы не закончили, пока не навели тот порядок, который она у себя в голове пропланировала, и который она поэтапно, пошагово по полочкам видела. Именно так вы тоже должны к этому ко всему подходить. И я, как вы заметили, возможно, не заметили еще, так посмотрите. Я никогда не советую то, чего я не делала, а то, что я делала, и это принесло колоссальный результат, я всегда советую. Поэтому всем отличного дня, расхламляйтесь почаще, убирайте ненужную энергию, но если вы хотите, кстати, чьи-то вещи выкинуть, допустим, мужа или еще что-то, вы обязательно должны спросить разрешение, без разрешения никак. То есть не пойдет система типа, родной, я выкинула там твои вещи, нет, вы должны спросить обязательно разрешение человека, потому что он может быть привязан. Так же, как и вы должны понимать, что какая-то вещь несет такую энергетику, такую информацию, что вы не хотите с ней расставаться. Возможно, купленная вещь была задорого, возможно, вы какое-то время очень долго работали, чтобы насобирать на какой-то промежуток, в какой-то промежуток времени на эту вещь, да, дорогостоящая, но вы ее себе позволили. Возможно, ни разу не одели, возможно, раз одели, но при этом, при всем вы понимаете, что она вам не нужна, от нее нужно вам избавиться. Как нужно это делать? Да очень просто, вам нужно поблагодарить эту вещь, что она с вами была. Извиниться, возможно, перед детством, если, к примеру, вы ее не одевали. И при этом, при всем, вы еще должны принять тот факт, что, например, у девчонок часто такое случается, что я купила для лучшего случая, но этот случай, к сожалению, не возник. И вы должны принять тот момент, что какой-то промежуток времени, который вы себе дали, вы прожили, возможно, не такую жизнь, как вы хотели, как вы видели. И по принятию, по душевному спокойствию, эту вещь вы уже спокойно отпускаете, отдаете. Есть такие вещи, которые, вот как я сегодня вам показывала, несут энергию чью-то, либо ненужную, и вы прям вот изнутри чувствуете, что вы хотите избавиться от нее, прям спалить. Просто берите и полите ее. Благодаря, у меня там дочь на заднем плане приговаривала свое, прошлое ненужное старое, поэтому вот так и двигаемся. Всем спасибо за внимание, всех благ!